Так, поклевочка. Опа. Ясно. Есть, есть, есть. Иди сюда, малыш. Ванилин любит. Да. Так. Корицу любит. Да. Все он любит. Надо ее подержать немножко. Вот мотылика. Рядышком положите. Всегда только на поплавки. Но мне так и проще. Поплавок уходит, его видно. Мормышка, кивок. Опа. Ко всем. Сергей Иванович, короче, первопроходец. Вообще никого не было. Фух, ребят, короче, да. Добрались мы до места ловли. Вон здесь это ловили там карася. Жека ловил. Где-то Сергей Иванович. Сантиметр 30 снега у нас. Снежок, да, есть? Там, Сергей Иванович, да, особенности еще ловли карася зимой. Зимой особенность. Надо его просто найти, ребята. Найти надо? Найти, только искать. Кормить. Потому что кормить здесь бесполезно. Жека, твой опыт кормления не помогает, да? Не, летом, весной я согласен. А зимой не надо? Зимой нет. Его надо сейчас, он становится на ямы, на ямочках становится. Надо найти ямочку. И главное тропу найти. Тропу карася. Вот он идет по тропе. Ага. Знаешь, вот тропочку находит, и он топчет одну тропочку. И годится. Давай. А ну вот здесь. Сначала сейчас я замерю, снежок, сколько льда. И лунка уйдет. Потому что не растет ни хрена. А да, ну на улице сколько лед? О, ребята. Сколько? 12-15. Что, хороший вообще, да? Да, очень хороший. Хороший, капитальный. Короче, ребят, как поняли, карася кормить не надо. Сейчас просто делаем, значит, серию лунок, да? И конечно, методом поиска, какая из удочек проклюнет, хороший, туда как будем смещать, кстати, о, все вот остальные. Обычно, ребята, обычно карась любитель воровать удочки. Вообще, любая рыба ворует это самое. У нас и плотва вот эти, в прошлом, да, видео вот эти дужки, вот эти дужки, они это самое. Смотри, ну вот поставил эти дужки, так? Она буль и в лунку. И в лунку. Потому что 130, в кого больше, 180 кого-то, да, есть. Вообще такие эти самые лоханки. Вот. Ну я что делаю? Простейшее. Пришел камышину вот так вот. Ну поровнее там. Возьмем вот камышину. Раз ее. Вот. Отломал. Не надо там, ну если ножик там. Ножик. А так он ломается хорошо. Вот что получается. Раз. Отломал, можно третью еще. О. Короче, тут, на каждую, да, удочку так. Смотри, на каждую удочку. Не полениться, чтобы вы пошли там с ребятами, там поговорили. Вот, у меня уже, вот я приготовил. Вот резинка шарика. Вот, видите, как получается. Канцелярская такая, да? Да, вот, смотрите. Вот. Я ее беру. Вот, пожалуйста. Раз. О, хоп. Вот так вот. Или это сайта много. Вот, напополам ее. Раз. Свернул. Вот так вот. И все. Вот. Видишь? Раз, два. Вот она, чтобы она поменьше была. Хоп она. И вот, пожалуйста, все. Он у вас уже не утащит. Абсолютно. Вы ложите на лунку. Вот она, лунка у нас. Смотрите. Помимо ножек можете поставить. Вот сюда леску завернуть. Ну, смотри, я даже разверну вот это вот. Вот здесь. Так, вот тяжеленькая мормышечка у меня есть. Моя любимая. Как вы ее видели, да? Да, да. Посмотри, она похожа на поплавочек у меня, смотри. Как окуня, да, ловили? Да, сейчас вот я покажу. Окуня, смотри. Что поплавок, смотрите, одинаковая мормышечка, смотрите. Ну да. Вот она мне нравится, цвет и окуню такой нравится. И вот я вот так вот, бац, вот, смотрите, между ними. Все, в надежде, все, вот она. Все, пожалуйста. Оп, все. Чтоб никуда не утянуло. И ножки, да? И ножки тебя спасают. И это, она буль, вот. Все на все месте. Так сказать, Сергей Иванович, ловушка для удочки. Да, ловушка для удочки, чтоб не украла. Слышь, Жека, а ты не будешь делать ловушки для удочек, ты так, да? Ну, у меня ножки, я в снег не убираю. Думаешь, поможет ножки в снег? Да. Мне кажется, удочка может уйти у тебя, только так беру. А ты лика. И забросил, да? Да, я сейчас, ну что здесь, вот для камыша, но надо чуть поглубже, потому что сейчас карасик... Под камышом его нет. Видишь, как это? А может, поищем, посмотрим. Не, ну буду сейчас искать, но Сергей подождать Иванович, надо. Вот у вас этот поплавок с мормышкой? Ну, метр глубина, и, во-первых, тут тина. Можно я посмотрю? Значит, надо... А? Поплавок с мормышкой? Да. Поплавок с мормышкой? Поплавочек с мормышкой. А на что лучше ловить, карася, на мормышку или на крючок? Ты знаешь, на крючок он. Вообще он что-то обожает желтую мормышку. Я еще желтую мормышку посыпаю. Это типа медная или ярче? Да, как медная. Золото. Медная мормышечка. Медь? Медная и латунная такая, желтенькая. Ага. Все зависит тоже, от погоды зависит. От погодных условий. Короче, ребят, хреново ну здесь. Ну давай. Карася. Да, Жеканыч?
Что с кивком? Кто-то пробовал. Сидит уже? Что там, бля? Иваныч! Нифига себе! Смотрите, Сергей Иванович. Ну ты делаешь успехи. Пока мы с вами пробуем, Жека, да. Покажи. Пока мы с вами тут, уже есть, да? Вы представляете, Сергей Иванович? Ты представляю. Спасибо, душка. Хорошенький, оно такое. Ага. Почем его? Халяпучек. Хорош. Хороший, ну что, ладно. Иваныч, так у вас тоже. Удочка, полетели. О! Тихо, тихо, будь. О, есть, ты, блядь, сын. Тихо, пока там один, тихо, уже тихо. Второй. Опа, поплавок. Тихо. Пошел процесс, ребята. Все, никуда не уходим. Не уходим? На месте. Ля, красавец. А тут, а ну, ты будешь крупнее, бля. У вас крупнее, да? Крупнее, ля. Дайте я посмотрю. Жека, на, глянь. Крупнее, карасик. Да, обсмоктали, блядь. Сейчас, ля. Смотри. А смоктали? Ну, этот крупнее. Да. Нормально, повезло. Хороший, повезло. А у меня пока ничего. Давайте вот, глянем. Вот, пожалуйста. Два есть? Есть парочка. Вот. Ну вы, конечно, зажигатель, как всегда. Красота. Так. У меня, короче, тут хоть бы шо. Все на месте. А вторая удочка? Та глубина, смотри, слышь. Вторая тоже хоть бы шо. Полтора метра? Да больше, больше. Больше полтора метра глубина. Больше где-то, ну мой рост. Ага, и вот с такой глубиной. Метр 72. И клюет карась, да? Ну с ботинками, правда. Ребят, а я знаю еще один способ. У Сергея Ивановича просто на лунку ложит их вот так крест-накрест, как ловушку делает. А я беру вот так, значит, вот. Оп, и этой же резиночкой, либо часто изолентой. Можно резинку, вот видите, какая плохая, порвалась. Либо изолентой, либо вот резинкой канцелярской. Потому что я это увидел на пруду. Раз приезжаю туда, смотрю, вот такие палочки валяются с изолентами. Думаю, что такое, кто там что мутил. Потом как-то у мужика увидел, что он просто-напросто приматывает изолентой вот эту палку к удочке, вот таким вот способом, вот, как мы вам показали. Вот так, туды-сюды его. И у него получается, вот, держится резинкой, ну, просто вот так вот палочка, вот, на, чтобы она была перпендикулярна, так, накрест. Получается, когда рыба клюет, удочку тянет, карпика вы ловите или карася, вот так она встрет и, получается, просто плавает в лунке, ну, вверх по плавку. Потому что даже если удочка у вас с большим пенопластовым, легким таким вот ручкой, рукояткой, сама по себе плавает, рыба ее тащит под воду, а потом она где-то плавает по снегам, вы ее по снегам в жизни не найдете. Слышишь, Жекан, так на что тебя взял? Сергей Иванович, у вас на мормышку? А? На мормышку? Мормышка. Мормышка? Сейчас я крючок еще тоже поставлю. Мормышка? А у меня два крючка стоит. Как Иванович говорит, типа ходом он идет. Ходом идет? Да, вот там тут поклевка, там поклевка, да. Ага. Искать надо, искать, искать. Искать? Искать надо, ребята. Будем искать. Ребят, у Жеки сегодня мотыль с кармана выпадает целый день. Я ему уже два раза его ловил, находил. Один раз, когда застревали, второй раз уже здесь. А вот для чего надо коробку красить, либо наклеивать на нее... Нашел, Жека? О, давай, да, и втоптали. Либо наклеивать, понял, какую-то яркую там, ну, блин, бумажку, пакет, что угодно. Снова надо пересадить мотылякера, как я сказал, чтобы он был свеженький, хорошенький. Не знаю, я сегодня 4 штучки цепляю. 3-4. Хоть Сергей Иванович говорит, там больше можно. Но что-то, мне кажется, на вот этом вот крючочке маленьком 4 штучки как раз вот самый раз ему будет. Сейчас почистим. Вот лед прет, вода прет. Снега нападала. Да черт, смотри. Лунку делаешь. Лунки чистить. Этот, ты видишь, что оно творится? Прет, прет лед. Ну ладно, надо это самое еще обход. Ёпта мать, удочка торчит, блядь. Удочка торчит. Блин, Иваныч вообще, короче, дает. Если мне эта камышина вообще бы это самое утащила, а ну. О-о-о. Тихо, тихо, что-то хорошее. Иваныч, ждите, иду. Иду, 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 иду. Хе-хе. Есть. Есть? Хорош, хорош. Хороший, хорош. Покажите. Хорош, смотри, какой. Хорош карасик. Вот если бы это слышишь. Да. Да. О, смотри, не украла удочка. Если бы не камыша. Да. Перевернула, он раком поставила. Ты смотри, спасло. Какой сегодня клюв. Оттепель. Клюв шикарный оттепель сегодня. Оттепель пошла. Шикарный клюв. Да, вот теперь. Да.
Блин, а что ж там у меня? Это окуня хочу найти. Без проблем. На тебе и окуня. Иваныч! Это еще прошлогодний остался. Это с прошлой нашей рыбалки? Да, с прошлой рыбалки. Я как укинул, то это и все. На, ты же окуня хотел. Пожалуйста. Жека, как ну погоди. А ну дай посмотрю. А вот это самое, бедный согнулся. Клев был бешеный. Знаете, как в анекдоте? Классный. На повороте ловил. Да, еще и мотыль еще остался. Потому что кривой даже. Да, я его выпрямлю. На повороте ловил. Слышали такой анекдот? А что кривой? Это, Жека, это как, короче, если я не ошибаюсь, да, анекдот. Приходит мужик домой, рыбу купил, да, не клевал. Да, я жду, пока размораживается. Да, да, жена спрашивает, слушай. А что ты домой не идешь? А что она кривая, да? Она ж в холодильнике сложенная была в магазине. Говорит, на повороте ловил. На повороте ловил. Ой-ой-ой. И вот. Вот такой. Ну, Иваныч выровнял. Вот такой окунь. Я, короче, ребят, сделал лунку вот Иваныча. У него была поклевка у Жеки, у два карася. Я сделал возле камышей, там сильно мелко, и тут поставил, а у меня тут уже удочка. О, удочка лежит. Аккуратненько. Осторожненько. 0,1 леска, вон он. Иваныч, есть! Есть, 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 есть. И я поймал. Еще один. Иваныч придет, офигеет. Сергей Иванович. Я поймал. Ну, у меня это первый, это не еще один. У меня первый. Карасик, это для вас еще один. Каждый по одному. Каждый по одному. Смотри, как это самое, одна мамка родила. Да. Одинаково. Я не знаю, ну пруд. Вы знаете, как на продуш. Раз пяток нашли тут возле Иваныча, меня, значит, на третьем еще вот здесь делать. Лунку третью, так сказать. Да, ледок неплохой. И так почистили все это дело. О, отлично. И вода прет. Снег давит. Короче, погода идеальная. На наши карасики, какие сегодня мы уже подловили с мужиками. Вот они. Так, что тут? Опять рабочая дырка лунка. Поплавка вроде не. А вот он под лед зашел, ребят. Это непонятно, как что-то так. Чуть-чуть вроде идет, но так, о, есть, есть. Тихо. Есть. Есть еще один. Карасявичус. Мотыля, давай. Есть. Мужики. Еще один. Отлично. Главное, потише. Потому что мужики уже. Да? Да, уже. Мы бегаем, короче, да, мужики сидят, ловят. Видят, да, Жека? Да. К нам. Смотри. Серьезно? Ну, ну. Уже ловится, да? Ну да, они такие могут прийти. Фух, главное, чтобы никто к нам не пришел теперь. Да ну да, ну оно ж видишь, это самое. Обычно как? Один найдет и все обуры. Ну да? Конечно, ну оно здесь это как самое. Как ты сказал, Жека? Один найдет и все обуры. Да, водоем небольшой, вообще небольшой водоем. И вот да. Это самое, и начинает, опа, ага, тут руками замахал, и начинают все, и все стягиваются, стягиваются, и в результате не... А помните, Сергей Иванович, помню. Как я плотву ловил, он пришел да, ко да, мне? Да, пришел, я бурил по самой да. Заднице. А я ловил, вот да. Как конец вот этого пруда, вот да, конец, да, да, пустота, никого, один да. Я, да? И он сел 5 метров от меня. Да куда он под задницу тебе просунул? Притык, я еще да? Прихожу, говорю, ну что ж ты делаешь? Ни сам не поймаешь, ни человеку не дашь поймать. Ну вот это, вот смотри, у нас раздаленные мы так, там. Вот каждый друг друга не пугает. Вот нашли, можно потихоньку и, ну, потихонечку. Когда клюв прекратился, если нашел тропу, то он постоянно будет клевать. Постоянно будет клевать. Вы закинули снова, да? Да ну надо мотыля поменять, ну что, там уже все. Да, ребята, кстати, по карасю надо менять мотыля как можно чаще, потому что он капризный. Ну свеженько, да. Капризный, может не ну, клевать. Ну белое убирать. Одна поклевка у вас, и все равно меняйте мотылей, даже если он на вид кажется у вас идеальный. Все равно лучше поменять, если хотите поймать карася. Потому что карась зимой один из самых, наверное, таких. Да, щепетливо. Ну да, если ну, берет, не, ну что, если берет да, он. Да, вот как попадешь, бывает да. Очень щепетливо, бывает... Как вот сегодня, допустим, вот ты попал вот смотри, и пошел. До скольки он будет еще клевать, бог его знает. Да. Понимаешь, это же дело такое, это рыба. Та она непредсказуемая.
Это рыба, я согласен. Это рыба, непредсказуемо. Ну, сейчас будем... вон она лежит уже. Будем менять. Караси, снеговые. Сейчас еще. Ежикан? Очередной. О! Сергей Иванович, походу он правда немножко сместился. Походу как карасик сместился, Жека дальше забурился, нашел дальше. Смещаемся, да? Слышь, Жекич, на мормышку или на крючок? На мормышку? А у тебя медная твоя? Ну такие, они у меня все цветные. Все цветные. То есть ему без разницы, цветная, не цветная. Или даже темная лучше работает. Нормальный карасик. Да? Так, мужики, это сколько у нас уже? 5 карасей или 6 мы поймали? Да, это, ну там 4, 5. 5, да? Это 5. 5 карасиков. Пока мужики там ловят карасей, я продолжу дальше где-то расстреливать эти зоны и через пару метров друг от друга расставлять удочки. Там одну, тут одну. Вот. Чтобы, так сказать, в одном месте скопления не делать этого всего. Ребят, в общем, хочу переставить две удочки, взял их сейчас. И иду как раз на новые лунки, потому что что-то тут подзаглохло, одна и вовсе не работала целый день. Оба. Ушел, ушел. Ушел, поехали, Иваныч, давайте. Оба. Должен быть, по-любому. Так, а куда он тянется с подводной лодки? Хотя ля-батя! Халапун мой, халапун! Смотри уже, смотри. Гора карасей уже. Карасей уже валом. Уже можно домой ехать, уже на пару сковородок есть. Да, Сереганович? Две сковородки есть. Сереганович, ну... Давай, давай, дорогой. Отлично. Уже есть. Так, ну мотыля менять надо, а куда ее? Надо. На свою любимую мормышку. На мою любимую? Смотри, какая красавица. Да, Сергей Иванович. Как сказать, одна мормышка у Иваныча для целой зимы. На всю рыбу. Да, она похожа, смотри. На что она похожа, глянь. Вот смотри, мормышка и поплавок, глянь. Смотри. Ты видишь? Красота. Смотри, мормышка и поплавок. Один к одному. Слышь, Сергей Иванович. О. А этот пришел и крутится, крутится возле нас. Ну что, ну видишь, ну да, тянет. Тянет все равно. Кто ловит, до того и тянет. Понимаешь ли? Ну оно закон, закон рыбацкий, блядь. Вот начинает руками махать, и этот, машешь руками, и все к тебе бегут, понимаешь? Все к тебе идут, все. Опа, нашеньки. Иди сюда, парень. Иди сюда, очередной. Ну, он еще, смотри, что я брышу, что ли, да, вот. Очередной, пожалуйста, вот он. Да. Вот, пожалуйста. Буду же это самое, брехать вам буду, что ли? Там вон куча лежит. Жека, я не знаю, как Иваныч тягает сегодня караси. Да не знаю, что вы там. Я не поймал, я по Иванычу притащил. Сегодня ударил нас просто. И рукавицу потерял. Бывают такие дни, знаете, что он просто в ударе. Вот как нашел у карася. Опа, слышь, смотри, клюет, блядь. Иваныч, нам такой цирк не надо. Иди сюда, парень. Жека, что с ним делать? Давай что, обуривать? Я вам обурю. Дед, пусти на лунку. А-ля-ля-ля, красавец. Смотри, а мормышка какая. Вот, Жек, слышь, что поплавок. Ну, это просто что попало. Я сейчас буду домой, наверное, собираться, потому что... Сергей Иванович, милый наш, ну откройте секрет. Нет, не скажу. В чем секрет? Абсолютно. Не скажете? Абсолютно нет. Вы ее чем-то намастырили, наверное, мормышку. Нет, наверное, это самое... Я с супругой не спал сегодня. Да? Конечно. В этом весь секрет? Да, весь секрет. А, наверное, вы согрешили, согрешили, наверное. Сергей Иванович, шутник, однако. Да, да. Ладно, ладно. И вчера не спал, и завтра не буду, да? Жек, а ну понюхай, дорогой ты мой. Что здесь это здесь было? Мотыль живой, живой? Да. Что здесь? Чесночок, дорогой ты мой. Да. Рядышком маленький чуть-чуть чесночка. И он идет на чесночок. На чесночок идет. Я думал, просто Сергей Иванович поел чесночка, знаешь. Тут еще чесночок еще нужен. Сергей Иванович, так в этом весь секрет? Да секрет и в меде тоже. И мед нужен.
этот, а даже мотылика рядом, рядом ващину положи, и рядом он будет. Потом, смотри, ванилин любит. Да. Так? Корицу любит. Да. Все он любит, надо ее подержать немножко, вот мотылика, рядышком положите, и он напитается этим запахом, и вот запах, чем лучше, а чем он? У меня сейчас пахнет и ванилином, и корицей, и я не знаю, ну, у меня еще одна пачка есть. Да, Серег, надо в следующий раз чесночок брать. Да, потому что Сергей Иванович моделем не хочет сильно делиться, смотрю. Смотри, как хуярит. Пошел, пошел, давай, Иваныч. Опа! А вы думаете, что просто так? А вот она. Вот она, что это? Отжигатель, красавец. До кучечки. Давайте до кучечки. Оп, поплавок ушел. Смотрите, ребята, как клюет карась. Дергается удочка. Есть. Есть. Иваныч, есть. Есть, Иваныч. Очередной. Очередной. Иду, иду, иду. Жека, у Иваныча, да, опять? Иваныч, ну дает! Пацаны, надо его оббуривать! Я вам оббурю! Не? Не! Иваныч, конечно, я не пойму, как так получается? Вот так. Что Иваныч ловит? А так же. Держите вашего карасяндыша, блин! Мормышка села! Нормально. Ребят, ну что, рыбалочка вроде бы идет. Поначалу вроде подергали, а потом карасик подзорвал. Что-то перестал, да. Начинаю смещаться. Наверное, а сейчас буду искать. А мне кажется, он просто по трапе прошел, сейчас обратно будет идти по этой. Ты думаешь, ходит туда-сюда? Да. Туда. А вы, Сергей Иванович? Он поплывает, по поклевке идут и все. Угу. Может быть. Да? Ай, Сергей Иванович, конечно, дает. Ладно, надо нам сейчас мотыля с вами пересадить. Вот, Жекан дальше сел. Тоже есть Жека? Да елки, что я бегаю между вами? Не успеваю. За удочками. Где? Оп. Есть? Да, если бы не поймал, я бы его ночью притопил. Да? Нормально. Слушай, ну, блин, давай краба. Как он так заработал пруд? Отлично. Опа, будь ты здоровее, ребята. Нате. Вот так. Там кучка, и здесь кучка будет. Вот, пожалуйста. А вы, сэр, рядышком, вы не это самое. Вот на ловца зверь бежит, ребята. Правильно, Сергей Иванович, да? На ловца зверь правильно бежит. И не надо занимать чужие не луки. Надо это самое дырки занимать. Конечно. Ловим сегодня на крючок целый день. Можно, в принципе, попробовать и на мормышку. Ну, вон Иваныч ловит на мормышку. Я как-то карася ловил всегда только на поплавки. Ну, мне таки проще, поплавок уходит, его видно. Мормышка, кивок, как говорят, только медную надо. Вот Жекан ловил только на медную раньше. Вот мы с ним были. Кстати, когда-то был такой случай, вот недавно, мы поехали на окуня. У меня муравейчик, у него обычная медная мормышка. Он ловит, я нет. Я меняю мормышку, клёв пошел. Хотя для окуня вообще чисто, я думаю, по барабану, а бы был мотыль. С карасем может быть то же самое. Мормышку, как сказать, фиг подугадаешь. Очередная, Иваныча? Все серьезно? Иваныч, что правда у вас очередная поклевка? А ну давайте покажите, я смотрю. Иваныч сегодня вообще в ударе, просто у него кивочек. Ну вот, Иваныч, смотрите, натаскал карасиков с этой лунки. Вот так вот. С одной, блин, буквально. Смотри, подмораживает. Подмораживает? Да. Немножко подмораживает. Тут не было, смотри, глянь. Ну, есть такой, да. Но у меня не ломается это самое. У меня можно как хочешь. Не поломается никогда. Самодельная у него. Кроме Аполлоник поломается. А так она пластмасска. Прекрасная. Сам придумал. Не выбрасывать же. А те ломаются магазинные. Ну, что делать? Надо там ручка... Ручку надо переделать. Вот то, что магазинная, она, хоп, если мороз сильный, она лопается там как раз на соединение. Так, поклевочка. Опа.
Ясно? Есть, есть, есть. Иди сюда, малыш. Да ты смотри, блядь. Брыкайся. Брыки-брыки делал. Но Сергей Иванович сегодня, конечно, в ударе, ребят. Подловил карасика его нормально. Вот его кучка. Ко всем. Он, короче, разбурился уже себе. Тут, тут, тут. Ищет, короче, карася. И там, где он у него проклевал, там он сделал еще серию урлунок. На ловца и зверь бежит. Фраза Иваныча. Да. А это клевала удочка, Сергей Иванович? Это клевала? Да тут была поклевка, смотри, поплавок выложила она. Была? Она тихо выложила, а что? О, есть, блядь, пройдет. Иди сюда, вон он. Да. Ё-моё. Вот, пожалуйста. О. И не пожрал мотыля. Да, а в этом сейчас, глянь, в этом в тине, смотри. В тине? Смотри, зеленка. Завел, наверное. Смотри, видишь, завел. Много нам не надо. Ребят, поначалу мы делали из камыша ловушки, чтобы удочки карась не мог утащить. Но потом поняли, что он не крупненький, и если протаскивают удочку там сантиметров на 5, ничего такого особого не было. Потому что с этими ловушками немножко неудобно рыбачить, вот все-таки они мешают. Леска за них путается, и мы их решили просто снять. Так, блин! Сошел, Жека! Сошел, прям в лунке было видно, понял? Спал карась. Вот гад такой. Там мы приехали, забуксовали, там это самое, то есть время потеряли много. Потеряли, не знаю, как с утра было. Ну вот смотри, это самое, результат налицо.